Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive, и я таки уже где-то встретил, короче, последних недостающих динозавров. Ну, я имею в виду, это вот, вообще-то, речь идет о, сколько это, дарвиноптерская фагнат, кто ты там такой у нас? Дарвиноптер такие это у нас. Дарвиноптер Jurassic World Alive мне казался таким большим, гигантским. Дарвиноптер, а здесь он какой-то как скафагнат. Нет, это, наверное, ну, то есть я его не встретил, а все-таки где-то просто в битве мне дали награду 20 генов. Да, а вот, собственно говоря, и главный герой нашей серии — это эпический зауропод Диплодок, ребятки. Вот такой вот у нас классный Диплодок. Так, несмотря на то, что диплодоки являются одним из самых крупных динозавров, размер их яиц не больше обычного грейпфрута. Да, конечно же, мы это знаем, и нажимаем кнопочку «Создать». И так появляется новое существо в парке, ребята. Эпический диплодок. Выглядит шикарно. Очень шикарно. И мы сможем его прокачать при желании и подальше. Так, ну давайте еще раз качнем. Ну, пока что, естественно, никакого гибрида из него не делается, потому что он новенький. Ну, ничего, смотрите, 16, у меня уже 16,5 уровня. Ё-моё, я даже не рассчитывал на такое, что можно так уровень здесь как-то прокачать. Смотрим. 3 косаря жизни, 580 сила удара, скорость низкая, крита, брони, ничего такого нет. Но вот есть новый вид удара какой-то. Так, давайте смотреть. Один удар с запретом подмены. Так, двойной урон, как у Брахика, по-моему, да, минус 50 к скорости цели на 2 хода. Теперь нанесение урона с обходом брони, щит на 50% на один ход, еще и разрушает, ну, в обход брони и щитов, и себе ставить щит. Такого еще ни у кого я не видел. И у него есть, после замены на него, есть замедляющая атака, да, на один ход. И защита от замены на один ход. Вот такое вот у нас существо. Давайте мы сейчас соберем награду 8-часовую, которая у меня тут завалялась. И Мирагею нам дали. Это прикольно было. И эпическая Аланка, ребятки. Так, давайте возвращаемся к нашему Динику. Кстати, да, вот давайте я покажу всех зауроподов, которые есть в игре. То есть аргентинозавр у нас есть редкий на 10 уровне. Давайте качнем его на 11. Так, 2600 жизни, 500 удара, скорость еще медленнее, шанс крита выше. Ну, то есть чуть послабее, поменьше жизни, да, чем наш Диплодокус. Ну, так, да, чем-то похож. Ну, рожа, конечно, совсем другая, но такое положение тела какое-то такое, схожее, да. Но вот его как раз мы и не возьмем. Я подготовил тут команду из всех зауроподов. Так, сейчас мы тут найдем, какой ты у нас уровень. Вот, 12 левел. Вот так вот, ребятки. И давайте будем смотреть по порядочку, скажем так, их редкостей. Вот есть у нас такой вот апатозавр. Из него делается нодапатозавр, гибриднодозавра и апатозавра. Здоровье 2800, 480 урона. Он послабее, чем наш эпический, получается. У него и жизнь, и сила меньше. Да, и скорость меньше, и крита, брони, ни черта, короче, у него нет. Давайте перейдем тогда на нодапатозавра. Ну, он 15 уровня, эпический. Эпический. 15 левел, жизни 2800, 500. Ой, че он такой слабый? У него, кроме того, ну, у него броня из 25%. Показатели такие не очень, конечно. Показатели не очень. Так. Дальше идем. 16 уровень. Гигаспикозавр. Вот так. Выглядит вообще зачетно. Амаргозавр плюс надопатозавр. Вообще такой гибрид интересный. Опять же, 2800 на 500. Скорость и броня, да, вот, а показатели так себе. Это такие вот у нас удары. Давайте вот на аморгозавра глянем.
аморгозавр. Так, вот у этого парнишки, да, 15 левел, ну, то есть у нашего динозавра много жизни будет, если он на 12 левеле имеет почти столько же, такие же показатели, вот, то есть он на 12 левеле уже покруче, ну, конечно же, удары еще лучше. Так, ладно, давайте выходим. Этих мы посмотрели. Жирафа титанчика, давайте глянем. Жирафа титан, ну 15 левел, ух, какой красавчик, смотрите. Ах, люблю брахиозавридов. 3200 на 600, скорость 107, броня, крит. Вот такие вот показатели. Но тоже как бы не сказал бы, что он там шибко жирный, тем учетом того, что он 15 левел. Так, надопата титан, гибрид жирафа титана и надопатозавра. Вообще такое инопланетное существо. Нравится мне. Так, жизни 3200, 645, скорость. У него самая высокая скорость, 108, и броня, да. Но по ударам у него как-то какая-то печаль. Мы уже с вами это знаем. Так, ну что. Вроде как всех показал. Давайте еще раз глянем на наши статы. Так, 2900 на 580. Ну, у нас нет брони, да, то есть он... Чем он? Он получше всех остальных, кроме вот тех гибридов, у которых есть броня, там 25-40%, да? От жизни и удар у него повыше. Давайте их качнем. Потому что у них на 15-17 уровне вот жизни только вот как у нас сейчас уже на 13. То есть он довольно-таки жирненький. Ик вообще шикарно, раскраска у него божественная. Очень классный. Он самый такой по раскраске интересный. Так, ну скорость, конечно, скорость днищенская. Нет у него опережающих ударов. То есть его первым брать нельзя, нужно брать Динос, на которого, ну, чтобы мы на него подменились. Да? Вот как-то так. Ну давайте. У нас здесь есть две башни. В одной 3 битвы, в другой 4. Точнее, в одной 3, а в редкой один бой. Туда пойдем потом. Давайте начнем вот с этой башни. Возьмем вот такого парнишку. Ну, самых слабеньких будем сейчас брать, да? Условно. Ух, и кто же у нас тут самый слабенький-то? Короче, верхний ряд берем. Начнем с дохлика. С апатозавра. И потом подменимся на нашего героя. Ну, чтобы сразу ощутить вот этот вот бонус от подмены. Вот, у них есть такие вот значочки. Давай, выходи ты, апатозавр. Так, ну, естественно, что мы можем делать? Мы можем заменяться. Заменяться, снижать скорость. Ну и давайте сразу же будем вызывать нашего. Он еще снизит скорость и поставить. И мы блокируемся на один ход. Что, получаем паралич. Очень удачно. Очень удачно, да. Почему паралич два хода держится? Это, блин, какой-то трэш. Он два раза сменился туда-сюда. Какой-то трэш происходит сейчас. Так, ну, минус один. Так, ну, с его стороны появился апатозавр, который нам даже уступает. Хотя, блин, что это сделал? Так, надо двойную скорость бить, ё-моё. Так, ну это интересно, его пробьет, нет? Двойной урон. Не, не пробьет у нас. 1200. Ну, неплохо. Неплохо. Скорость мы забрали и ставим себе щит. И это должна быть победа. Ах ты ж гаденыш-то такой. Черт, он нас пробьет. Что произошло?
Что только что произошло? Скорость ушла от нас и потом сразу же вернулась. Так, ну и сразу нам дают какую-то награду. И там снежинка. Ну, это у нас обычная башня, здесь вряд ли будет что-то толковое. Там какие-то 1500 монеток нам насыпят. Так, бой номер 2. Ну, берем всю ту же команду. И сейчас откроемся уже, наверное, нашим диплодоком. Давайте. Откроемся диплодоком. Если что, подменимся на жирафа титанчика. Так, short подри. Ну, что поделаешь. Сейчас отгребем. Но и скорость сразу заберем. Оу, кританул. Вау. Шанс крита-то какой-то. Но почему-то не могу. О. Что-то как-то подглючивать не могу, вызвать свою. Блин, скорость, конечно, 103. Печалька. Щит как-то странно. Щит появился сразу, а потом начался ход наш. Не сработало. Обломись. И двойной урон. Неплохо. 1200. Для зауроподика это хороший удар. Так. Жирафик. Давай, надо пата титана вызовем. Кто кого? Ну, конечно же. Конечно. Ух ты, у них одинаково по жизни стало. У нас есть контратака. Ага. Ну, нужно забирать скорость, конечно же. Ничего, подменяться мы не собираемся на этот ход. Получи контратаку, получи удар и получи двойной удар. Давай в атаку. Так, вот теперь давайте сейчас попробуем. Мы снова забрали. Черт, я не могу атаковать. Ладно, ну, тогда побеждаем. Думал еще раз подменится. Так, оу-оу-оу, последняя битва, да? Кого будем брать? Вот так. И вот этих два. Давайте. Еще кого-то надо, да? Ну, давайте. У нас там еще есть эпическая башенька, там, по-моему, гибриды. Гибриды нас ждут. Редкая башня. Так что мы успеем еще посражаться остальными. Так, ну давай, Маргозавр, открывай. Ну, у этих ребят, конечно, они хоть и медленные, да, но всегда заберут скорость себе.
И поскольку это не Велоцираптор, снижения силы не было, и потому он умер. Двойной урон, но это был хороший удар. Появилась Дельта. У Дельты уже есть минус. Так. Так. А, ну мы добиваем ее. И кто там у нас последний? А, последний апатозавр. Апатозавр, мы и так его быстрее. Давайте на жирафика сменимся. Его величество жирафа титан. Ну, мы еще и замедлили. Кстати, у него такой же удар, замедляющий, ну, после подмены, который оказался бесполезным против апатозавра, да? Ну, ладно. Получи двойной урон. А, хотя, смотрите, опять скорость у нас. Ну как-то он, не пойму, вот эта скорость бегает туда-сюда. Опережающее замедление у нас. Вот такая вот. Хотя хороший удар. Ой, слюна летела, как в парке юрского периода. За уропод, когда они там на дереве сидели. Соплями, короче, обвешал. На черт, подмена недоступна. Ну ладно. Землетрясение и с критом. Молодчинка, жирафик. Да, ну тут чуть-чуть анимацию стоит поменять, а то голова как-то не поместилась, не по феншую. Так, ну и что нам тут насыпают в этой звездочке? Звездочки в снежинке. Полторушечка, ну как я и думал. Апатозавр. Дельта опять насыпает. И Синоцератопс. Так, давайте сейчас мы еще качнем нашего парнишку еще на уровень. Там у нас более такой сложный будет бой. Давайте даже еще на уровень. Так, смотрим. 3400 на 673. Отлично. И идем в нашу башню. Редкую. Помчались. Вот такой у нас уже был такой троица гибридов. Ёшкин, так вот, крепкие это ребята. А затащим ли мы их за уроподами? Вот в чем вопрос. Чё-то мне кажется, что не затащим. Надо взять в команду кого-нибудь мощного. А то не хочется проиграть. Попытка всего одна. Там такие крепкие гибриды. Вот что-то не трикозавра хочется взять. Вот даже индораптора не хотелось брать. Так, вот так, вот так, вот так и вот так. Так, какие у них скорости? 126, много. 108. Так, ой-ой-ой, больно бьет. Сквозь броню, сквозь все пробивает. А у этого парнишки параличи. Ну ладно. Побежали. Так, с кого будем открываться? У кого у нас тут есть сразу опережающее замедление? Ну, либо трикозавр, либо опережающее замедление. Так, вот у тебя, да? Вот у тебя есть. Давай, наш крепкий, но слабый друг. Так, мы и так оказались быстрее. Блин, а у него как раз удары сквозь броню. И паралич сразу прилетел. Это имба какая-то. На тебе. И как-то замедление скорости, как бы,
вообще не сработало так, как хотелось. И он может очищаться хоть... А, хренушки, не так. Давай вот так. И он подменился. Это будет чехарда еще там. Отложенный урон, это плохо. Мы очень много так будем терять. Ну, тут надо бить и на следующий ход подменяться. Ой, блин. Уже и подменяться как-то незачем. Да, потеряли мы очень много. А с него сняли защиту. Очень удар этот пришел нам, кстати. Пробей, пробей, пробей. Да пробьет. У него же удар 673. Так, ну, одного затащили. А вот так тебе. Или пробьет. Ах ты, гад, кританул. Ну давай, на тебя. Ну сейчас паралич, да? Но не сработал. Обломись. И мы забрали у него скорость. Но он может подмениться. Блин, какая спина. Как крокодил, как капразух. Классно выглядит. Ну, конечно же, давай двойной урон. В косарик. Еще и критом. Молодчинка. Слушай, а мы одними зауроподами затащим. При том, что они-то... нашего уровня в целом. Ну, против него как бы бессмысленно ставить щиты, у него удары все пробивающие щиты. О, вот это был крит. Еще крит. Красавчик. У тебя какой шанс крита? Ну расскажи мне как. Блин, и броню пробивает. А у него что? В обход брони и щитов, в обход, в обход, в обход, в обход. Ха, мы победили. Вообще нежданно, противники-то крепкие были. Особенно этот парнишка. Это мне понравилось прям. Если тебе понравилось, ребят, тоже ставь пальчик вверх. Ставь лайкосик под этим видосиком. Так, что нам тут насыпают? 4000 монет. Неплохо. Немного рапторов, немного капразухов. И редкого надозавра. В общем-то, на этом, ребятки, все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем любителям диплодоков поставить лайк.